Всех приветствую на канале Nonem Easy. Меня зовут Дмитрий. И сегодняшнее наше занятие будет посвящено одной очень классной штуке, которая, так же как и все предыдущие, есть в программе SolidWorks. Называется она «Прогулка». Немногие об этой кнопке знают. На самом деле я тоже совсем недавно узнал. Но в каких-то вещах она становится очень полезной. Например, в объемных у вас вещах, когда у вас остается внутреннее пространство, и, допустим, заказчику уже необходимо показать, что же будет внутри нашей детали, либо нашей конструкции. И это не всегда удобно, потому что при стандартном изображении мы не сможем зайти внутрь нашей детали. Либо нам придется делать какое-то сечение, да, отсекать, вот так показывать, что у нас внутри, играть другими видами сечений, либо планами. Или можно нажать эту кнопку. Кнопка «Прогулка», еще раз повторяю. Итак, для того, чтобы начать нашу прогулку по этому дому деревянному, нам необходимо зайти во вкладку «Вид». После этого перейти на вкладку «Источники света и камеры». И, как мы видим, вот здесь идущий человечек, и называется кнопка «Добавить прогулку». Давайте ее нажмем. Нажимаем данную кнопку. У нас появляется начало нашей прогулки. И если мы нажмем «Запуск», здесь мы можем настроить графические окна. Также можем настроить диапазоны высоты, которые будет захватывать камера. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. Вы сами сможете поэкспериментировать. Нам главное показать, что такое наша прогулка в SolidWorks. Запускаем прогулку. Выпадает краткое руководство по использованию прогулки. Здесь мы видим, что, как во всех играх, типа Контры или Дюк Нюкен, но это совсем старая игра, да, ну или Doom, да, культовая. Здесь можно управлять клавишами, либо при зажатом колесике мы передвигаемся вперед-назад. Приближение идет, либо с помощью зажатого левой кнопки мы сможем крутиться, да, вверх-вниз, менять угол обзора, либо сможем с вами нажимать кнопки здесь, на этом джойстике виртуальном, и то же самое выполнять. Ладно, давайте нажимаем ОК, и наша прогулка, можно сказать, начата. Вот я колесиком кручу, у нас вперед-вниз. Если я стрелочками хожу, то он вправо, влево, вперед-назад. Нам необходимо подняться. Для этого мы с вами нажимаем вот здесь стрелочку вверх и поднимаемся на уровень входа в наш дом. После этого мы можем стрелками играть и подбирать, куда нам надо идти. На самом деле, при должном умении это все гораздо быстрее происходит. Вот мы заходим в наш дом, да? Так, выше нам не надо. Будем передвигаться. Вот мы прошли сквозь дверь. У нас, можно сказать, читы здесь. Читы у нас есть. Вот мы зашли в комнату. Опять нас бы назвали читерами. Здесь можно перемещаться сквозь двери, решетки и так далее, окна. То есть мы полностью, как будто мы привидение, которое находится, как будто нас убили, и мы можем по всей карте перемещаться. Вот, если бы в доме была выполнена отделка, то мы бы смогли с вами ее посмотреть, продемонстрировать заказчику. Он бы вместе с нами это бы посмотрел. Тут, если я нажимаю на джойстик, также я могу крутиться вправо, влево, взад, вперед. То есть это
полностью дублирует кнопки, которые на клавиатуре. Вот мы можем выйти в дом, на балкон, то есть. А вот этот зайчик, если мы нажмем на черепаху, то наше передвижение замедлится. То же самое, если мы на зайчике нажмем на девятку, то мы будем прям суперскоростные с вами. Вот мы аж вылетели из дома. Да, поэтому где-то цифра 4-5, она самая удобная для нашего восприятия. То же самое с помощью нашей прогулки. Мы здесь можем делать видео, если заказчика нету, либо каких-то какие-то другие причины. Мы с вами спокойно можем записать видео нашей презентации, нашего в данном случае дома. То есть мы можем его облететь, залететь внутрь, какое-то подобие 3D Max можем сделать. Гораздо проще и, как всегда, в Solid очень удобно и интуитивно понятно. Для того, чтобы нам записать видео, достаточно нажать на кнопку «Включить запись». Нажимаем на кнопку «Включаем запись». Если мы сейчас нажмем опять «Запись», вот я нажал «Запись пошла», и вот мы таким движением облетаем наш дом. Либо заходим прям внутрь него, сквозь стены проходим, и в данном случае мы в главном зале первого этажа. Все, останавливаем запись. Запись произведена. Теперь мы можем воспроизвести наше видео. Оно в точности повторяет то, что мы сейчас с вами сделали. После этого мы можем сохранить наше видео и спокойно отправить этот файл по электронной почте, либо выложить на сайт, либо сделать как свое небольшое портфолио, если у вас сделана в данном случае отделка помещений. Ну что ж, на этом наше небольшое видео завершилось. Напоминаю, это была кнопка «Прогулка», очень удобная и в некоторых случаях полезная. Еще раз давайте повторим, как же ее включить. Сейчас мы нажмем на крестик. Нажмем на крестик. Для того, чтобы включить нашу прогулку, мы выбираем в верхнем меню вкладку «Вид». После этого переходим «Источники света и камеры». И вот «Добавить прогулку». Всем, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал. Дальше будет только интереснее. Всем удачи. Пока.